Спортивные и детские площадки, место для пикника и лекторий. В Жигулевске благоустраивают парк имени 40-летия ВЛКСМ. Эту территорию для ремонта выбрали 7 тысяч местных жителей. Масштабные изменения стали возможны благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас была специальная комиссия, которую мы отбирали, выбирали этот проект. И вот результат, мы как видим, довольно хороший. На сегодняшний день очень хорошая степень готовности. Работы начались в декабре прошлого года. На сегодня полностью завершена очистка озера и подготовка грунта. Особое внимание уделяют озеленению сквера. На благоустройство потратят порядка 160 миллионов рублей. Парку крайне была необходима данная реконструкция по причине того, что пруд, который за нами, так называемое озеро, находился в ужасном состоянии. Нами было вывезено более 6 тысяч кубов грунта, утилизировано его, очень большой объем работы. Новые общественные пространства появятся также в Кинеле, Отрадном и Сызрани. Завершить все работы планируют уже к 1 сентября. Мария Елчан, Сергей Баскин. События.